С возвращением в GTA 5, друзья, с вами, как всегда, я, Гост, и сегодня нам предстоит ограбить ювелирный магазин. По нашей информации, в ювелирный магазин, находящийся прямо в центре Лос-Сантос, я думаю, ребята, вы все его знаете, завезли очень-очень дорогие украшения, с которых можно будет выручить колоссальные деньги. Поэтому прямо сейчас я вместе с Тревором и Франклином отправлюсь на этом тонированном черном Гелендвагене на новое ограбление. Но перед этим на секундочку отвлекитесь и проверьте, поставили вы лайк под этим роликом или же нет, ребят. Ваши лайки капец как сильно меня мотивируют снимать ролики дальше. Поэтому все призраки, ставьте лайкос прямо сейчас, подписывайтесь на канал, вы, ребята, об этом не пожалеете, я вам обещаю. И само собой нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Если вы все это сделали, то просто ловите мою пятюню, вы настоящий братюня или сестрюня, огромное спасибо. Все, парни, давайте усаживайтесь, будем отправляться потихонечку. Нужно завершить это задание, ребята, нам сегодня до вечера, потому что скупщик будет ждать нас до вечера. Надеюсь, что, ребята, мы все успеем. Блин, еще от копов придется удержать. Надеюсь, что гелик выдержит. Он бронированный, ребята. Ну, в принципе, так-то, я думаю, должен. Всем, кто сейчас кушает или попивает чайчик, я желаю огромнейшего приятного аппетита. Ребята, рассказывайте, как у вас там дела в комментариях, пока я еду на это задание. Давайте маленько пообщаемся, что у вас нового, чем занимаетесь, как учеба. Вообще, обо всем пишите в комментариях. А также посоветуйте мне какое-нибудь интересное кинцо или, например, мультик или сериал, который можно посмотреть. Вот я просто, ребята, сегодня сидел, что-то, знаете, хотелось поглядеть интересного. Но что-то мыслей никаких не было. Вот, ребята, если вы что-то смотрели в последнее время из интересного, обязательно напишите в комментариях, дайте мне знать, чтобы я тоже на это посмотрел. Ну что ж, мы с вами приехали на место. Здесь оставим наш гелик. Я надеюсь, что его никто за это время не угонит, там копы не перекроют, потому что нам нужно будет отступать к нему. Все, парни, вы готовы? Доберем стволы. И погнали! Ювелирный магазин должен находиться в этом переулке. Совсем скоро мы дойдем до него. А вот и он, ребята. Да, все, погнали внутрь. Посмотрим, сколько там у нас охраны сейчас. Оп! Здрасте, блин! Все, до свидания, как говорится. Уничтожаем камеры, чтобы за нами никто не мог следить. Кстати, копы уже, ребята, скоро подъедут. Всего лишь через 1,5 минуты. Ух ты, капец. Ну что ж, крадем все украшения, которые здесь есть. Обязательно, ребята, все, что будет, надо украсть, чтобы денег было как можно больше. Парни, займитесь пока охраной территории, попатрулируйте там маленько, я не знаю, чтобы меня не отвлекать и как бы без дела не стоять тоже, а то стоят и просто смотрят, как я все тырю. Делом займитесь! Не, они лентяи, ребята. Они просто, ладно, просто пацаны, прикрывайте тогда, хорошо. Я все сделаю сам, как говорится. Ух, блин, какие там украшения, офигеть. Ребята, вы видели там у стенки? Мы сейчас с вами ломаем, забираем обычные украшения. Мне интересно, что-то из этого можно будет взять? Нет? Блин, нифига нельзя взять! Как же плохо-то! Так, ладно, давайте забирать это. Надо, чтобы копы, ребята, не успели приехать, прежде чем мы с вами украдем все. Если получится так, что копы пригонят, придется сваливать с этого места как можно быстрее. Иначе нас вообще запросто становит огромное количество ОМОНа и прочих лиц, которых я бы не хотел сейчас видеть. Да ну нафиг! Погнали! Ребята! Огромный алмаз! Вы просто посмотрите на это. Что это такое вообще? Интересно, какой камень? Мне кажется, алмаз, ребята. Блин, капец, он просто гигантских денег стоит! Офигеть! Вот это круто! Самая дорогая находка, нифига себе! Лям 300 уже, ребята, у нас с вами на балансе! Просто за счет этого камня мы сейчас с вами набили гигантскую сумму. Я, кстати, не видел, сколько он стоил. Ребят, напишите в комментах, сколько камень там по стоимости вышел. Посчитайте там, кто успел посмотреть его цену и сколько у нас прибавилось на общем балансе. Потому что я что-то маленько сбился. Так, все, забираем последние. Так, все, копы? Блин, копы приехали. Так, тут мы ничего сами не могли забрать. О, это все ломается. А можно как-то забрать? Нет, походу все сваливать пора, пацаны. Так, берем последнее. Последнее и уезжаем отсюда. Копы уже едут, пацаны. Давайте вот это последнее разбиваем. И все, чуваки. В эти комнатки, интересно, зайти не получится. Давайте на всякий случай попробуем. Да хватит ныть уже, можете выбегать отсюда. Я вас как бы не держу. У нас просто заложники тут получается. Все, ОМОН заходит, ребята. Придется сейчас заниматься ОМОНом, всеми, кто тут есть. Блин, жалко, что эти украшения вообще никак, ребята, не украсть, потому что они стоят тоже огромных денег. Ладно, чуваки, давайте! Давайте уходим, блин! Копы приехали и начинают просто, ребята, заходить уже в магазин. Офигетик там просто! Занимаем позицию, ребята, все здесь, внутри! Мы не пройдем! Тревор в бошку словил. Чё, тебе нормально там, да, Тревор? Ладно, хорошо, бери свой пулемет. Франклин, блин, отойди! Перестреливайте их нафиг! Их там просто целая толпа, парни, но шибко тоже не подсовывайтесь. Где они там? Лови нафиг, блин. Так, отошел, хорошо. Проходим к двери, ребят, проходим к двери. Выжимаем их, выжимаем дальше. Вот так, отлично. Все, чуваки, погнали, погнали вперед.
черт, свертика сбрасывают ОМОН в огромном количестве. Так, надо их всех подстрелить, чтобы они разбились. Вот так, отлично. Смотрите, эту дорогу не перекрыли. Вот они, придурки-то, блин, у нас тачка здесь стоит. Все, просто бежим, чуваки. Блин, ребята, просто офигенное, на самом деле, ограбление. Мне оно очень нравится. Очень энергичное такое получается. Ну, по бабкам, лям 600. В прошлый раз мы с вами вытащили 7 миллионов в юнит-депозитории. Ну, такая, знаете, сумма не очень большая сейчас получилась. Но этого будет вполне себе достаточно. Поделить между всеми получится там по 533 тысячи долларов. Это тоже неплохо на самом деле. Для такого быстрого, знаете, задания, без всякой подготовки, это очень даже хорошо. Да отвалите, копы. Блин, за мной сейчас будут гнать 100%. Придется где-то скрываться. Я даже не знаю, где, ребята. Нужно будет отыскать какое-нибудь хорошее место. Блин, они прям нормально так с всех сторон поджимают. Нам нужно с вами просто будет скрыться от копов, прежде чем мы поедем к нашему чуваку, кто примет все эти драгоценности. Оуч. Блин. Вот это было больно. Если мы приедем туда с полицией, то, ну, встречи никакой не произойдет. И считайте, мы сами деньги никак не сможем отмыть. Поэтому давайте сейчас будем как-нибудь скрываться потихонечку. Ну, само собой, ребята, самая главная идея, которая у меня есть, как можно скрыться от копов, это заехать вниз в канализации. Да, самое такое, знаете, безопасное место, где копов, блин, точно не будет. Я это знаю. Ох ты, погоди, а что там за туннель? Может там? Блин, нет. Он очень короткий. Тем более, у меня вертик видел. Надо сваливать в канализацию, ребята. Блин, спереди уже это отовсюду. Копов почему-то как будто больше. Трейлер там что-то им кулак показывает. Да идите нафиг, блин, копы. Все, это мои заработанные деньги. Можете сразу же заранее отвалить. Все равно не остановите меня. Там посмотрим, как вы в канализации, блин, будете кататься, разбираться. Я-то те места уже знаю, блин, где можно скрыться от них. Все, вот сюда. Хорошо. Хух, блин. Офигенно. Получилось. Мы ушли от копов. И теперь скупщик отмечен на нашей карте. Хух, весь кровище просто. Тревор тоже, Франклин тоже. Капец. И гелик нам тоже разнесли, кстати. Ну да ладно, я думаю, ребята, что это того стоило. Вот сейчас прям так пропитался. Это энергетика, ограбление. Честно говоря, обожаю вот такие вот игры. Ну, знаете, типа вот как GTA 5, даже то же самое, где банки, да, мы грабим с вами. Или же, например, Payday, что-нибудь такое. Ну, мне реально это очень сильно нравится. Не знаю, ребята, как вам. Если вдруг тоже нравится такая вот энергетика ограблений, и вы любите какие-то темы на этот счет посмотреть, пишите в комментариях там название фильмов, может, которые связаны с ограблением, потому что я их обязательно посмотрю. Или же там игры, например. Ну, только не Payday там, да, которые там все знают, или GTA 5, ну, вы понимаете, короче, что-нибудь, может, вы знаете помимо этого интересное, да, на что стоит обратить внимание. Было бы очень круто. Блин, капец, гелик гонит, ребята. Вот реально, заряженный в хлам гелик гонит, как будто это какой-то суперкар. Единственное, что у него мне не нравится, это достаточно плохое управление на большой скорости. Он просто начинает жестко заноситься. И это реально неудобно. Но зато тачка такая достаточно проходимая, поэтому я уберу на подобные сложные задания. Вы в комментариях, бывает, пишите, почему, Жека, ты берешь гелик на свои задания почти на все? Да потому что очень проходимая тачка, понимаете, ребята? Проходимая, такая достаточно комфортная, плюсом к этому бронированная неплохо. Ну, реально, тачка, которая подходит для подобных вот заданий с ограблениями и прочими. Но если у вас есть какие-то альтернативы, какую тачку вы, например, хотите, что... Капец, я этого еще не видел. Если у вас есть, ребята, альтернативы, какие тачки можно посмотреть для заданий, пишите в комментариях, чтобы я их тоже скачал, поставил и попробовал с ними проходить различные квесты. Ну что ж, все, мы с вами приехали на место сделки, встречаемся у моего гелика. Так, забирайте, забирайте ваш чемоданчик, да, точнее сумочку, а мы забираем чемоданчик с деньгами. Почему они у моего гелика стоят, эй? Челики, все, отлично, ребят. 1 600 000 практически долларов мы с вами только что заработали. Неплохое такое ограбление получилось. Я надеюсь, ребят, что оно вам понравилось. Если это так, не забудьте поставить лайкос под этим роликом. Как только мы наберем 5000 лайков, ребята, вас ждет следующее новое ограбление в GTA 5, которое вам очень сильно понравится, я обещаю. И, само собой, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым первым. И подписываться на канал, не помню, говорю вам, ребята, или нет. Но если вы не подписались, обязательно подпишитесь, потому что... Вам тут очень понравится, вот я прям гарантирую. Ну что ж, призраки, всем удачи и до скорых-скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока!